Родня, привет, туристы. Вновь я в тайге. Пытаюсь прорваться к своему лагерю, к палатке. В общем, друзья, у нас выпала трехмесячная, наверное, норма снега. Снега полным-полно. Ползу выше колена. Вот. Сейчас посмотрим, что там с палаткой, с нашим лагерем. Фух, затрудняет движение, да хочу протоптать маленько дорогу. Взял сегодня с собой лопату, бензин. Вот, надо наготовить дровишек. Сегодня не холодно, идет небольшой мокрый такой снег. Он уже 2 дня, ребят, вот такая оттепель стоит. Потом, скорее всего, морозы ударят. Вот, так что сегодня будем откапываться. Откапываться, ребята. Не знаю, как это, что будет выглядеть. Сейчас нам самое главное найти наше место. Потихоньку на покой ушла. Все, в зимнюю спячку впадает. Такие вот, ребят, пеньки, столбы стоят с шапками зимними, снежными. Вот, вот еще красота просто в тайге, ребята. Прекрасно. Ребята, походу, давануло. Не знаю, сейчас будем смотреть. Вот так вот выглядит палатка. Если это можно назвать палаткой. Сейчас будем пытаться расчистить. Так, ребята, сейчас будем смотреть, что тут с ней вообще произошло. Снег был очень мокрый. Вот так вот, ребята, ее просто походу раздавило, наверное. Сложила. Ох, друзья, не знаю, что тут сейчас с ней делать. Хо-хо-хо. Слава богу, хоть я ее вообще смог найти. Знаю, сейчас буду смотреть, хоть бы ее не сломало дуги. Хотя дуги из стекловолокна сделаны. Снег тяжелый, сырой. Не пойму, что с ней. Так.
снег потихоньку очищать. Палатка вроде выпрямилась, дуги целые. Так. Осталось только окопать ее. Ребята, есть у меня пилу такую себе. Взял недорогую. 7800. В общем, теперь будем пилить дровишки. Я ее еще, кстати, не заводил ни разу, поэтому сейчас будет для нее первый запуск, небольшая обкаточка. Бензин накачали, открыли. Вот так вот, ребята, работает малышка.
Что-то, ребят, с пилой не могу разобраться. Что-то цепь не вращается. То есть начинаешь газовать, она что-то у меня барахлит. Пила вроде новая, ни разу еще не заводил. Поэтому и, кстати, у меня нету свечника с собой. Свечник забыл дома. Вот. Начинаешь вот ее включаешь, она заводится. Но потом вон, нога жмешь, она начинает глохнуть. Я, скорее всего, думаю, что перетянут вот эта шинка у меня с цепью. Потому что цепь туго идет. А, блин, как я. Начинаешь газовать, она вот не крутит цепь почему-то у меня. Сегодня у меня чаечек. Готовиться ничего не будем. Заработала. Сейчас попробую вот эту распилить.